Глава городского округа Дмитрий Волошин встретился с представителями общественной палаты. Руководитель муниципалитета рассказал о том, как развивались Химки за последние 5 лет. Центральной темой на обсуждении стало благоустройство дворов. Привели конкретные цифры. Мы отремонтировали 1800 подъездов из 3300. Мы отремонтировали 260 дворов из 430. Из 900 домов, которые подпали под программу капитального ремонта, на сегодняшний день почти 600 домов уже отремонтировали. Мы поменяли практически все детские площадки. Мы построили 100 мест, 100 для занятия спортом. Общественники рассказали о проведенных рейдах по доступной среде. В целом нарушений не нашли. Также отметили активное строительство образовательных учреждений. За последние годы в городском округе открыли 31 детский сад и 8 школ, в том числе школу 8-го вида. К 2023 году в Химках планируют открыть еще 16 дошкольных учреждений и 8 школ.